Привет, друг! С тобой Эван. Мы продолжаем играть на сервере Redmir. Второй сервер, все как всегда. И сегодня мы вместе с вами посмотрим вторую часть летнего обновления. Так что присаживайся поудобнее, готовь что-то покушать, и мы начинаем. А перед началом данного ролика хотел сказать, что на этом сервере у меня есть свой промокод, который находится в описании ролика. Вводи его при регистрации и получай при достижении третьего уровня 20 тысяч долларов. Также сразу хотел передать привет таким игрокам, которые уже ввели мой промокод, а именно Короне, Абоба123, Мажор Босс, Т40Ам, Карлчик, Тёма145, Лёха, Илья Мирлой, или как там он по-другому, Данилка, Нутру, Унвес, Кинтес, Денис, Стат, Даркуша. Также, пацаны, если вы сейчас зайдете на сервер, можете ввести промокод, который называется Trade. Его добавили в честь обновления. И за 20 часов игры на сервере вам дадут 30 тысяч долларов и 300 XP. Собственно, по классике тайм-коды уже написаны в комментариях. Также на ролике вот это на сектора подделано, вот это все. Сначала смотрим Чинчулок, а потом едем все проверяем. Чинчулок маленький, потому что это не особо большое обновление. Добавили что значит? Нас добавили меню взаимодействия на левый альт с игроком, который вот ты можешь обменяться имуществом, можешь передать деньги, можешь показать водительские права, можешь пригласить в клан, можешь там еще что-то вроде делать или все. Не, все. Добавлена система передачи денег. 20 тысяч долларов. Максимум за один раз. Также в продаже вещей из инвентаря ты можешь продать максимум в день на 6 миллионов, и там еще будет списываться 1% комиссии. Дальше в казино добавили новую игру, которая называется Blackjack. Просто подходим к столу. Ну, если кто с Рашки с Украины, может понять его как очко 21. Вот это тоже называется Blackjack. Мы обязательно поедем поиграем. Также добавили два раптора вот таких, на которые можно посадить 8 человек с кучей тюнинга. Добавили новую, кстати, категорию тюнинга выхлоп для новых автомобилей. Ну, для старых тоже, только там ничего нет. Может, потом добавят. Добавлено максимальное количество слоев винила в покрасочной. Исправлено пропадание предмета из инвентаря при перетаскивании его в слот, где находится водительское удостоверение. Также проведена работа по оптимизации. Терпыры, чинчлог небольшой, как говорил. Вот, мы дошли к транспорту. Добавили новый Mercedes-Benz GLS, BMW M760 LiG12 кузов, Ford F150 RAM, Chevrolet Corvette C8. Удалены из сервера и возмещена стоимость ГОС. Это 760 Li старый, G11, Corvette C6 старый и GL63 AMG. В принципе, на этом все. Сейчас мы будем проверять это все в действии. Так что присаживайся поудобнее, мы начинаем. Короче, пацаны, я притащил сегодня с собой Димона. Сейчас он будет мне помогать. Алан. Алан? Алан? А не Леев, что ли? Понимаешь? Короче, проверяем радиальное меню. Пригласить в клан, вот так и смогу. Тебе что-то приходит? Мы, конечно, в одном клане находимся. Ну, пригласи меня в клан. Посмотрим, что будет. Только замы могут. А что высвечивается? Я тебе... Ничего. Нет, тоже ничего. Так, значит, обмен имуществом, передача денег вот так вот светится. 20 тысяч вот здесь пишется в день максимум. Водительские права могу показать и обмен имуществом. Вот, свои права. Так, нажимаю Y, согласиться. Вот, и здесь вот такие вот права. Подпись, подпись была или нет? Мне кажется, не было. Была? Да, у меня такая подпись, прикольно, кстати, вот. Так, дальше что, давай идти что-то продам. Что, N, M, Alt, я в этих кнопках запутаюсь. Ой, подожди, какой продам? Значит, ага, обмен имуществом, пришло? Угу. Вот, теперь давай пиццу, $1. Нормально, готов к обмену, соверши сделку. Подожди, Бля, я что-то нажал и не дочитал. Пиццу за $1, я за 65 ее купил, я не понял, алё. Так, собственно, что, в радиальном меню больше ничего, да? А, по факту это добавили радиальное меню новое, казино и пару тачек, и все? Угу. Заебись. А, это ты мне передал? Да. А то я подумал, как-то забагал, и по $1 сейчас будет скидываться, понял? А давайте тоже попробую передать. Так, деньги. Давай 10 там баксов, что ли. Да, ага. Пиццу дай. А, все. Нет. Короче, поехали смотреть на новые тачки. Премиум Deluxe Motorsport. Собственно, добавили 4 тачки. Это... Жалко, что что-то такое лямов за 6 не добавили, чтобы вакса выпадала, а? Было бы хорошо. Так, где эта первая тачка? Первая тачка это у нас...
GLS, который стоит 165 тысяч, 81 топливный бак, средний расход топлива, E365. Прямой конкурент получается X7, 365, X7 сколько едет? 360. И стоит на 5 тысяч всего лишь дешевле. Гелик старый 340, вообще говно. А, X7 выгоднее получается. У него расход меньше. Но едет на 5 медленнее. А новый гелик чё почём? А, еще, кстати, СВА. СВА вообще 320, чё за говно? Еще с большим расходом топлива. Ясно, говно. А гелик новый 360, и тоже средний расход. Короче, ГЛС лучше взять. Потом идет что у нас? Корвет С8, 120 тысяч долларов, 380 едет, и средний расход топлива. Дешевле, кстати, i8. Вот в чём прикол. Но едет быстрее, но расход средний. Дальше у нас идет Ford F-150 Raptor, 80 тысяч, большой расход, 136 литров бак, ничего себе, 320 км в час. Только я еще где-то пролистал эту семерку, вот она. 165, едет 340, средний расход и 78 литров, ну не особо такое. Говно, короче, да? И на все эти тачки, конечно же, добавили тюнинг. В принципе, я могу сейчас вставить вам вырезку с тюнингом на... На Раптор. Садимся. Еще, еще. Слушай, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Еще одно место. Еще одно место. Давай. Все, поехали. На село дискотеку. Перекупы едут на охоту. На двух сливали. На двух, да. А, нормально? Я могу так же. Да. А что, так можно? Ебать. Так, казино, родное, открываем. Все, погнали. Так, не спрашивайте, что у меня за наряд, я просто... Ой. Сутенер. Нет, я просто нашел самое фиговое все, что у меня есть в инвентаре, что мне повыпадало с казино. Все, я и поставил. И, кстати, стильно. Так, блэкджек где-то слева. О, смотри, сколько сразу. Значит, это... Давай в левый. Значит, выберите фишку и кликните, чтобы сделать ставку. Ну давай, я поставлю 5 фишек, давай. А я все поставил. Ой, подожди, какой? Нет, снять. Снять. Я 10 поставил. Пятерку. Все, а что дальше? А, раздать. Ага, 8. 18. Я все, я хватит. У нас поровну с пацаном. 15 у него. 2, 12. 22, есть, все, поднял. Значит, десятку ставлю. Раздать. 10, 19, не, я все, я хватит. Блять, он У него тоже 19, стой. А, поровну, нормально. Десяточку, двадцаточку, все, хватит. Вряд ли у него опять поровну, серьезно? Блин, 20 это прям читерское было. Десяточку давай раздать. 8, 17. Ну блин, можно, но 4 это, не, хватит. Тоже поровну. Блин, что-то потно в последний раз. Это она мне просто отговаривает, чтобы я ушел, да? 11, 14, еще карту. Бля, 24. А, не, 21 он выиграл, понимаю. Подожди, а что 14? Не понял, ладно, двадцаточку заряжаем сразу. Десяточку. Двадцаточку, все, хватит. Сейчас поднимем. А, серьезно? Я чуть не понимаю, да? Ладно, 50 ставим, пацаны, и все, и уходим. 7, 17, хватит. 24, все. Соточку выбили, все, я думаю, нам хватит. В принципе, пацаны, на этом все. Вот такой видос вышел. Поставьте лайк, если вам понравился. Он был маленький, краткий, но информативный. Я надеюсь, вам понравилось. Напишите комментарии, как вам новое обновление на Радмире.
Вот. Ожидали ли вы чего-то больше? Если честно, я ожидал намного больше. Я ожидал эту чертову Е39, которую уже не добавляют. Также подпишись на канал, чтобы не пропустить новые ролики, кстати. А уже записано тем временем 2 серии по гаражам, где мы открывали там куча раз эксклюзивный кейс. Так что подпишись, чтобы не пропустить, и нажимай колокольчик, чтобы всегда смотреть мои ролики первыми. Ну, с тобой был Иван, всем желаю хорошего дня, всем удачи и всем пока!